Всем привет! С вами проект In Dubai. Меня зовут Нияз. И сегодня я хочу вам рассказать про погоду в Дубае в октябре. Обычно снимают это видео Азат и Аня, но сегодня решил я тоже в этом поучаствовать. Сегодня 33 градуса тепла. Не очень жарко, в принципе, погода очень хорошая, очень комфортно находиться именно под таким солнцем, когда не сильно печет. И сейчас время 3 часа, в принципе, уже активность солнца спадает. Вот. А влажность, я посмотрел в интернете, сегодня 60%. И что я могу сказать, что на самом деле сегодня такой очень, ну не сегодня, уже последние несколько дней температура солнца держится 32, 33, 34 максимум градуса, поэтому по сравнению с предыдущими месяцами в октябре, можно сказать, уже температура идет на спад. То есть самое идеальное время, когда туристы приезжают, отдыхают и расслабляют. Хотелось рассказать еще по поводу пляжа Аль-Мамзар. Вообще стоимость здесь 5 дирхам с человека. Здесь несколько пляжей, очень замечательное место для туристов. И в основном туристы, которые побывают в Дубае, они обязательно посетят этот пляж. И я хочу сказать, что лично мне и Насте, вот мы в том году отдыхали здесь, лично нам он понравился. Здесь зелень, все так вообще прикольно, все вокруг зелень. Если здесь можно, где, кто хочет присесть, лавочки, пожалуйста, цветы растут. Очень прикольно, я бы сказал. А пляж здесь находится в метрах 50 до пляжа, вот от этого места, где мы с вами сейчас находимся. Туристам, что бы я хотел порекомендовать с собой брать на пляж, это, естественно, очки солнцезащитные, потому что, ну, без очков просто здесь нереально находиться. Это нежелательно не находиться без очков. Вот, прикрывать, во-вторых, свои плечи обязательно, потому что можно сразу обгореть это стопроцентно легким каким-нибудь полотенцем, либо парео для женщин. Да? Что еще я могу сказать? Вообще, Аль-Мамзар, такой пляж, он очень большой. То есть, если сюда приезжать несколько раз, можно даже все и не обойти. Здесь, кстати, есть еще очень много мест для барбекю. То есть местные жители, которые здесь живут, приезжают по выходным, делают барбекю в удобных местах, прям специальные лавочки, места для барбекю, мангалы, все как положено. И здесь также есть парк. В парке просто прогуливаются с детьми, гуляют, очень весело здесь. А теперь пойдемте, друзья, и посмотрим, на самом деле, какая температура воды и действительно ли комфортно сейчас купаться. Кстати, еще хотел рассказать, вот когда мы в том году с Настей отдыхали здесь, мы уже не первый раз здесь в Дубае, вообще Дубай очень сильно полюбили с первого реально взгляда в том году, когда мы здесь отдыхали. И я могу сказать, что в ноябре в том году было попрохладнее, немного прохладнее, но как бы температура была нормальная. Для первого раза мы вообще ощутили, что, конечно, жарко. Мы приехали с зимы, из зимы сразу в тепло, конечно, для нас было жарко. Но я сейчас могу сравнить октябрь с ноябрем, конечно, октябрь немного теплее, жарче. А вообще, сейчас вот мы находимся на пляже Аль-Мамзар, да, и я могу сказать, что я бы здесь торчал целыми днями, целыми сутками, потому что здесь очень чувствуешь какую-то свободу, вообще спокойствие, тишину, и рядом слышен шум моря. Вообще очень прикольно здесь, очень классно. Вообще, конечно, мы с Настей очень рады, что мы сюда приехали, что мы все-таки решились, что мы попытались сделать шаг на пути к нашей мечте жить в Дубае. Да? И я действительно рекомендую тем и советую, и может даже по-дружески советую действительно всем, кто действительно хочет осуществить свою мечту, просто брать и идти к своей мечте. Не бояться, не переживать, потому что переживаний было очень много, если честно. Да, это было очень много переживаний, да, до того, как мы не переехали. Приехали сюда, и здесь очень много добрых, отзывчивых людей, которые помогут, подскажут. То есть нет ощущения, что ты здесь один, да, или даже, ну, в любом деле, в любом деле есть кто, чему может тебе подсказать. То есть здесь чувствуешь себя не как где-то действительно за границей, да, или здесь чувствуешь себя как будто дома, на самом деле дома. И вообще это было
году прикольное ощущение. Мы уехали 18 сентября из нашего родного города, с Казахстана, с Кустаная. Там было лето, там было еще тепло, еще была такая температура хорошая. Мы приехали, сейчас уже мы находимся почти месяц здесь, у нас как будто лето продлилось немного. Кстати, в зданиях, в помещениях вообще температура воздуха везде 20 градусов, потому что везде стоят кондиционеры, но дома сейчас мы им не так часто пользуемся, как мы только приехали, мы были в отеле, да, и каждый день вот просто пришли, сразу кондиционер, то есть он работал постоянно. И сейчас мы его включаем только на ночь, чтобы ночью заснуть нормально, не как это, а днем находимся дома и в принципе нормально. Вот мы пришли на море, сегодня я смотрел в интернете, кстати, температура воды 32 градуса, но вообще по ощущениям градусов 25-26, но не больше. Не сказать, что прям 32 градуса. Вода теплая, очень такая прям хорошая, чтобы купаться, но не 32 градуса никак. В принципе, на этом все, дорогие друзья. Спасибо вам большое за внимание. Не забывайте подписываться.